С помощью иглы и очень дешевой пряжи из Авроры я буду делать подушку. Я знаю, как вам нравятся мои видео с ковровой вышивкой, поэтому ловите еще одно. Но сегодня я буду использовать не канву, как обычно, а старую наволочку. На эту мысль меня натолкнула моя бабушка. Как оказалось, в молодости она делала подобные ковры, использовала любую ткань. Я подумала, а почему бы не попробовать? В этот раз я решила сделать веселенький рисунок трикончика в форме Микки Мауса. Кстати, хочу поделиться своей обновкой. Я купила просто огромные пяльцы для ткани, которые регулируются под любой размер. И не нужна рамка, с ними стало намного проще. На финишном этапе наношу клей ПВА. После того, как все высохло, осталось только сшить. И я даже купила змейку, чтобы удобно было засовывать холофайбер. Итак, готово. В общем, я потратила 4 вечера и очень довольна результатом. Петли я делала разного размера, рисунок более маленькими, а остальное пространство более большими. Таким образом, сделала акцент на рисунок.